Здравствуйте. Вы смотрите программу «Персональный акцент». Жаркое лето 2017 года, похоже, никак не растопило лед переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате 5+2. Весной этого года прозвучал ряд заявлений представителей стран-гарантов мира на Днестре. Состоялись двусторонние встречи президента Молдовы Игоря Дадона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского. Тем не менее, ожидаемой активности переговорного процесса не наступило. Об этом и не только поговорим с сегодняшним гостем программы, главой представительства агентства ТАСС в Молдове Валерием Демидецким. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хотелось вот с чего начать. Представитель российского МИДа Мария Захарова уже как заявила на очередном из брифингов, который регулярно проходит в российском МИДе, что положительный потенциал, наработанный во время двусторонних встреч президента Молдовы Игоря Дадона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского, растрачивается впустую из-за того, что так и не стартовала активная фаза работы переговорного процесса 5+2. Вот это заявление, констатация факта или такая, знаете, манера дипломатичного подстегивания процесса, принуждения к миру, как говорится? Скорее всего, наверное, подстегивание, потому что у нас другого формата нет, есть только этот. Как бы мы ни хотели, пока этот формат не будет распущен или ликвидирован, ничего другого пока не придумано. Да? Но фаза как-то то уходит в сонный режим этот формат, то какая-то активизация, уже даже, но честно говоря, трудно вспомнить, когда она проходит. Но вроде бы сейчас все говорили, даже я слышал и заявление МИД Молдовы о том, что надо бы встретиться, переговорить. Приднестровье там же просто кричит, надо встретиться, переговорить. Россия будет говорить, неплохо бы. Вот, но почему-то, ну как это, немножко такая хитрая позиция ОБСЕ, да, в том, что как бы, пока не будет темы повестки переговоров, не надо садиться за стол переговоров. Или рано садиться за стол переговоров. Но мне кажется, тем предостаточно. Даже тот факт, что вот открылся пост в Кучургане, и разные люди, разные стороны конфликта по-разному на это дело смотрят, даже в молдавском руководстве нет единства мнений. Да, вот если правительство, премьер Филипп заверил о том, что это не направлено ни против кого, это только во благо жителей Приднестровья. Представители Приднестровья говорят, что это не во благо. Вот. Россия завершение удушения региона. Да. Петр Порошенко говорит там речь, а переводчица почему-то переводит и говорит, совершенно другое. Что виноват во всем Россия. Хотя слово «Россия» от Порошенко даже я не слышал, но Порошенко трудно упрекнуть в том, что он не любит Россию там, или в чем-то обвиняет Россию. Но тут он этого не говорил, все сказали. Потому что как бы Порошенко так обтекаемо сказал, что я вдруг подумал, а вдруг мало ли кто там виноват. Ведь там посредников много, есть и американцы, есть и европейцы. Может, и они виноваты, может, он имел в виду. Но переводчик так твердо поправил украинского президента. Хотя он сказал, что я говорил короче, но там были проблемы с переводом, конечно, веселые, смешные. Я знал перевод, конечно, и не знаю, откуда они переводчицу взяли, но женщина веселая. Но тем не менее, смотрите, в появлении вот этого совместного поста молдо-украинского таможенного пункта на Приднестровском участке молдо-украинской границы, он как-то не добавил спокойствия в регионе. Власти непризнанной ПМР с самого начала жестко воспринимали подобные вещи, а вот возникновение этих совместных постов было и раньше, где-то там в середине 2000-х попытки были. Насколько я помню, сама миссия ЕУБАМ, европейской помощи приграничного контроля, честно говоря, не обнаружила, как мне кажется, каких-то громких трафиков, не знаю, оружия или там товаров. То есть, ну, разговоры были. Разговоры были, но фактов. Лет 10 назад даже там бомбу нашли атомную. Да, и из Бен Ладена. То есть это никак не добавляет спокойствия, никак не добавляет какой-то динамики для положительного решения процесса, о котором вот говорил сам президент. Для того, чтобы нужно уже свести все. Я уже устал об этом говорить, но скажу еще раз. Господа хорошие, все мы учили географию в школе. Если посмотреть на карту Приднестровья, с одной стороны Украина, а с другой стороны Молдавия. Процесс контрабанды и разных злоупотреблений – это, как и в любви, обоюдный процесс. Нельзя заниматься в одиночку. Нет, конечно, можно, но нехорошо. Да? То есть нужен партнер для контрабанды, понимаете? Вопрос, с кем Приднестровье занимается контрабандой?
Если учесть, что мы страна, которая движется в Европу и очень чиста и порядочна, как говорят наши власти, то значит мы должны кивать на своих украинских партнеров, так? Во всяком случае, понимаете, заниматься контрабандой без высшего руководства страны, которому подчиняются спецслужбы, пограничники, полиция, таможня, да? Под кем они, силовики? Ясно, что под самым высшим руководством, под президентом. У нас, конечно, не в той степени, но в Украине это президент. Значит, тогда эти люди, если занимаются контрабандой, занимаются под крышей. И после этого мне что, говорят, что надо бороться с контрабандой? Кто должен бороться? Иван, Петро из Каховки, или Ион, или Данила там, из Приднестровья, или из Молдавии? Это должны бороться чиновники. Насколько мне известно, с этими постами нашим европейским партнерам, украинской стороной, я считаю, что они действуют в этом отношении абсолютно правильно. Вам надо, вы платите. Они затребовали очень большую сумму. На то, чтобы там технические средства и так далее, и так далее. Наверное, им пообещали эту сумму, раз первый пост открылся. Во всяком случае, там было все очень так скептически с этим постом. Насколько я знаю, провозглашено уже было еще пару месяцев назад, да? И уже многие еще даже... Вы должны были открыть в мае, но почему-то ну, критика задержка. Многие наши агентства даже дали об этом, что в мае уже открыт пост. Я как-то ехал с приятелем в Одессу, и мы так разговорились о политике, как вот с тобой, вот, что проскочили поворот на Новые Нены. И получилось так, что приехали в Бендеры, а возле Бендер вспомнили возле этого поста, что мы, оказывается, едем в Одессу. Да? Нам совсем не надо было еще дополнительные два поста. Но мы решили уже что поворачивать. Взяли, поехали. Проехали через Кучурган. В Кучугране, конечно, было дико, как всегда, потому что я всегда хвалил молдавскую таможню и молдавских пограничников, потому что они действительно действуют очень хорошо и профессионально, и никаких проблем вот с ними я последние годы не вижу. Ни на румынской границе, ни на украинской. Что происходит с теми же румынами, которые буквально там каждую машину общупывают на сигареты, или с теми же украинцами, вот туда приехал на Украину, обнаружил 5 очередей, там по 20-30 машин, и, конечно, стояние в них растянулось на целый час. Час это много, час с чем-то, да? Час где-то, ну, может, час 40, вот так где-то. Час 40 это много. Причем, естественно, хочется поговорить, да, и мы разговорились с украинскими пограничниками, таможенниками, вот, вышли там, подошли, начали разговаривать с ними. У них там такие стеклянные будки. Сказал, о, вы, наверное, молдавских коллег ждете. Я не хочу переводить молдавскому руководству, что они сказали по поводу присутствия молдавских представителей. Да, вот приезжали, сказали, здесь они постоят в микроавтобусе. Мы их послали куда подальше и так далее. Наверное, сейчас есть какой-то нажим, и, возможно, там они появятся. Но они будут, наверное, наносить сначала, они там не будут контролировать, просто они там будут присутствовать. На как всякий статисты, случай. Получается. Нет. Ну, они будут присутствовать, если там будут возникать какие-то вопросы такие уж очень. Их, может быть, будут звать. Но я не думаю, что украинские, так сказать, те, кто на Украине контролирует границу, заинтересованы, чтобы там появились еще одни, так сказать... Глаза и уши. Глаза и уши. А еще и, может быть, даже и это самое... пальцы пересчитывающие. То есть придется делиться, но никому не хочется. Да, это такой, это непростой вопрос. Но, насколько я слышал, это больше разговаривается. Разговоров было, конечно, о том, чтобы если Евросоюз это надо, да, и кому-то это надо, то пусть они за это платят. Вот. Пусть они выделяют, там, о миллионных суммах шла речь, вроде бы так. Ну, это так, неофициально скажем. Я заметил, что в больших процессах, где завязаны большие деньги, не знаю, всегда есть транспортер услуг, караванщик, так скажем, то, как правило, при возникновении той или иной ситуации, критической, отвечает почему-то караванщик. Вот вам пример Приднестровья. То есть они транзитеры, но они никак не бенефициары. Честно говоря, где-то вот сейчас этот поток немножко очень сильно уменьшился. Это связано с многими факторами. Вот. Но, тем не менее, оно есть и присутствует. Потому что, если вам предложат, допустим, тот же контейнер с одесского, так сказать, терминала растаможить за $1 000 000 или растаможить его, за, допустим, за 1100, то, конечно, вы понимаете, что если при такой марже, будет откуда поделиться. И если есть вопрос, куда поделиться, да, то, конечно, всегда как бы можно будет договориться. Поэтому и как бы Приднестровье, да зачем далеко ходить? Жак Атали, идеолог Европейского Союза, бывший президент Банка реконструкции и развития, бывший советник президента Митерана, один из сильных идеологов экономического развития Европейского. Он написал книгу «Мировая экономика 50 лет спустя». Я был ошарашен, когда нашел там такие слова.
Мировая экономика кочевников, да, мировая экономика будущего, которая будет кочевников, все будут искать приложение своих сил, и не будет, будут государственные границы размыты. Очень будут цены, пишет Жак Атали. Такие небольшие офшоры, как Приднестровье, Эритрея, там еще кого-то он назвал, где все могут оформить свои делишки. Вот. Ну, значит, если непризнанный офшор в Приднестровье какой-то нужен, да, если мы сегодня торгуем с ним электроэнергией, поставляем туда не до недавнего времени металл, и там какие-то дела происходят, значит, это кому-то нужно, понимаете? Я не думаю, что от этого получают дивиденды, вот мы с вами, там, простые люди. Это серьезные люди. Поэтому, когда мне говорят, что там что-то хотят сделать, я говорю, сначала договоритесь между собой, а потом уже не надо путать нас в эти дела. Нам это не нравится. Мне, допустим, совсем не нравится ехать в Приднестровье через эти посты, регистрироваться и так далее. Как будто я враг народа и собираюсь там кого-то убить, там, меня должны проконтролировать и так далее. Внутри собственной страны. Поэтому я за то, чтобы приднестровская проблема была решена, чтобы Приднестровье стало частью Молдавии. Вопрос, какой частью Молдавии, какое это должны решить политики на переговорах, да? Должно быть это сделано во благо интересов жителей с одного и другого берега Днестра. А пока мы имеем картину. Люди из Приднестровья, из Молдовы бегут от своих руководителей, как от бубонной чумы. А это плохо. Ну, видите, мы видим такую двусмысленную картину. Сначала говорят о том, что должны договориться Кишинев с Тираспольным сами между собой, чего они хотят, какие у них есть точки сближения, по каким вопросам. А вот, с другой стороны, говорят, ну все надо решать в формате 5+2. Нет, конечно, формат 5+2, я всегда говорил, что мы набрали очень много друзей к своей проблеме. Друзей со своими проблемами тоже. Есть у России сегодня проблемы, есть сегодня у Украины с Россией проблемы, есть сегодня у Запада с Россией проблемы. То есть проблемы у посредников. И, конечно, сегодня ждать какого-то прорыва в приднестровском урегулировании, я так думаю, что мы не должны ждать ближайшие как минимум год-полтора. Ну, объясняю просто. Ну, на чем основывается такой прогноз? Избирательная кампания у нас. Кто у нас будет заниматься приднестровской проблемой, когда у нас внутри согласия нет, да? Должны через год решить вопрос власти. Те же выборы в России. У одного из таких крупнейших выборы в Германии. У одного из таких крупнейших игроков, да, вот в формате +2, у американцев, как показала первая встреча Буша, да, у Трампа сегодня большие гири на ногах в лице Конгресса, в лице Сената, в лице оппозиции, которые хотят его прижать к ногтю, прищучить и так далее. То есть он сегодня как бы осторожно набирает разбег для каких-то решений, да, вот. Поэтому есть масса проблем, которые я считаю, что даже те же выборы в России никто не захочет сегодня браться, делать какие-то прорывы, да. А уже потом, может быть, на следующий год, где-то к концу следующего года, может, в начале 2019 года появится, может, какое-то окно, да, для каких-то решений, каких-то вопросов. Дай бог, очень хотелось бы. Понимаете, потому что действительно проблема Приднестровья, мы с тобой это великолепно знаем, она не настолько сложная, как те другие конфликтные зоны на постсоветском пространстве. Я сказал бы даже, что она самая легкая. Не существует конфликта явного между людьми. Люди с двух берегов Днестра живут в мире, и никогда я не видел, чтобы они дрались из-за того, что кто-то слева, с правого берега. Вопрос в чем? Вопрос в том, что люди, политики и те, кто уже сегодня контролирует ситуацию на левом берегу, а там сформировалось, собственно, какое-то непризнанное, но государство. Да? Есть политики, есть чиновники, есть структуры, есть свои элиты, бизнес и так далее. Они нам не доверяют, потому что они не знают, чего мы хотим. Тут задаешь вопрос себе, а мы знаем, чего мы хотим? Вот в том-то и дело. Вот когда я с ними разговариваю, они говорят, подождите, а вы можете нам сказать, вы уже будете строить молдавское государство, или можете вы объединиться с Румынией, захотите, у вас об этом говорят и открыто. То есть, понимаешь, сложно нам с вами договариваться, мы не знаем, вы сами не знаете, что вы хотите, а нас зовете к себе, да? Причем, что у нас и у них одинаковые примерно проблемы. Та же коррупция, кризис экономический, тот же развал экономики. Ну, проблемы примерно одинаковые. Мы можем только там показывать друг на друга пальцами, кричать, что у тебя хуже или у тебя хуже. Но это смешно, да? Это напоминает, как в анекдоте, двух пьяниц. Один лежит в луже, другой возле забора. И тот говорит, возле забора, говорит, что как тебе не стыдно лежать в грязи? Он говорит, ну иди, забор скоро кончится. Поэтому и здесь, понимаете, мы зависим сегодня во многом от помощи Европейского Союза,
Союза и западных партнеров, без помощи которых нам очень сложно прожить. Они во многом зависят от того, что поможет или им Россия, да, вот тем же, вот этой же системой, да, которая у них существует. То есть, как бы, и зависим из этого элиты, конечно, тоже должны принимать какие-то решения, да, в ту или в другую сторону. Поэтому пока вот этого не будет, да, вот это вот доверие между двумя политиками, двумя берегов Днестра не будет, потому что в международном доверии есть между людьми простыми. Они воевать-то не хотели особо. Да и сейчас, я думаю, что мало кого, ну, я не знаю, найдутся ли сегодня желающие воевать с другой стороны. Единственное, что если, конечно, придут в твой дом с оружием, другой вопрос. А так я не думаю, что сегодня возможен какой-то конфликт или... Может, какая-то заварушка, может быть, какая-то такая, знаете, для политиков выгодная. Но на самом деле я не вижу сегодня основания для того, чтобы здесь возникла война. Разве что кто-то из внешних сил захочет. Ну, это непредсказуемо. Ну, я готов разделить вот оптимизм относительно того, что Приднестровский конфликт один из самых несложных для урегулирования, потому что здесь нету того, чтобы делило бы нас, например, по этническим каким-то признакам, по религиозным. Мы все православные, мы все люди многонациональной страны, и нам одинаково хочется жить в мире, что на левом, что на правом берегу. Но относительно того, вот этого упрека с левого берега властям на правом берегу, относительно того, что, ребята, вы сами-то определились, кто вы. Здесь тоже есть доля справедливости в этом упреке, ну, потому что, вот смотрите, у нас сегодня детей мы учим историю румын, то есть историю того государства, которое, ну, мы как, никак себе не соотносим на сегодняшний день. Там мы говорим о идентичности языка, культуры, но тем не менее территориальный, и мы государственное, другое образование. Извините, мы учим историю, которую даже не учат в Румынии. Вот, тем не менее. И вот при этом, смотрите, прозвучало буквально недавно заявление посла Румынии в нашей стране, Даниэла Ионица, такое заявление в комментарии инициативы глав государства о введении в образовательный курс дисциплина «История Молдовы». Посол отметил, что ему не ясно, о какой истории говорит президент Игорь Дадон. Он подчеркнул, что история румын, в истории румын Молдова всегда была составной частью соседнего государства. Но, на мой взгляд, это, в принципе, уже, мне кажется, вмешательство в внутреннюю политику. Ну, я могу, может быть, не столько дипломатичен, я не дипломат, я всего лишь журналист. Тем не менее, мне кажется, что вот такая аргументация, то, что мы выявлялись частью нашего государства, вопрос, когда и сколько, и почему, и при каких условиях это происходило. И сразу, если изучать по-настоящему историю, то убеждаешься, что это не является, так сказать, фактом принадлежности. Вот здесь как раз можно назвать даже таким немецким словом, как «аншлюз». Вот. Но это никак не является... То есть история самого государственного образования под названием Молдова насчитывает гораздо больше веков, чем, например, сама Румыния. В данном случае может быть как раз наоборот. Кто являлся частью кого? Ну, это всегда вопрос, когда начинаю спорить о румынском языке, что Румыния, Молдова, кто раньше был. Это вопрос, что раньше было яйцо или курица, да, вот когда спор, да, уж сложно ответить. Тем не менее, я считаю, что есть сегодняшние реалии. Можно в истории что угодно. Наполеон говорил, по-моему, да, что дайте мне хорошую армию, а историков я всегда найду, вот, которые обоснуют мои победы или поражения. Вот. Поэтому есть сегодня реальная ситуация. Да? Давайте так говорить. Если Молдова становится частью Румынии, тогда ясно, что без Приднестровья. И проблема Гагаузии. Да и проблема самой правобережной Молдовы, насколько мы знаем, подавляющая часть населения против этого, да, есть проблема, так? В соседней Румынии я туда часто ездил, и у меня там много друзей. Практически каждый политик вам скажет, что Молдова, Бессарабия и Помент-Румынеск. И абсолютно будут правы с точки зрения румын. Я с ними не собираюсь спорить даже по этому поводу. Они так считают, и разубеждать их в этом, это бесполезно. Да? Нельзя запретить людям мечтать. Вот у нас есть люди, партии, там, движения, общественные движения, которые мечтают этому. Вот взять просто их, ну что, не построишь для них гетто, не скажешь, вот так мечтаете. Да? Они будут мечтать. Мечтать об этом, будем говорить. Поэтому вот сложность в этой проблеме, что мы сегодня, наши власти, общественное мнение в основном формируют власти, да, в большей мере. Почему? Потому что они и владеют как бы средствами массовой информации, и во многом определяют политику государства. Они должны себе ответить на один вопрос, да,
Они собираются строить государство Молдова или нет? Если не собирается его строить, да, тогда надо, это совершенно по-другому делается. Это примерно делается так, как сегодня во многом поступает президент. Да? Он говорит, да, у нас будет молдавское государство. Да, мы должны сами отвечать за себя. Да? Мы не должны ждать, что нам могут помочь, но когда мы этого сами хотим. Но если мы этого сами не хотим, ждать, что нам кто-то поможет, да, придет, сделает. Никто ничего не сделает. Да? У нас должно быть желание. Я, например, вот сегодня тоже с удивлением читаю, наша диаспора учит нас. Вот я прочитал один пост моей хорошей знакомой Аллы Мандыка, но она написала, что вот у Молдовы только проевропейское будущее или никакого, да? Сказала, а жить уехала в Канаду. Ну так почему? Ну, тогда, почему не про канадское будущее? Да, да, понимаете, вот это самое смешное. Люди, которые, если ты вот как бы считаешь, что да, я вот не хочу жить в этой стране, мне не нравится она, да, я уехал в другую страну, мы свободные люди, сейчас никто это не запрещает делать. Тогда хоть не учи этих людей, которые тут остались, что им надо делать. А в принципе, этим людям надо, которые у нас здесь живут и остались, они должны подумать, что они хотят. То есть они, то, что они здесь построили, дома, квартиры, семьи, жилье, инфраструктуру и так далее, и так далее. Они хотят просто ее так выбросить на куда-нибудь или просто они хотят этим заниматься сами. Почему? Потому что никто лучше них, никто лучше меня не будет заниматься моей семьей и моими детьми. Поэтому так же и здесь. Никто лучше нас не может заниматься своей родиной. Мы у русских есть Россия, у румын есть Румыния, у европейцев есть там страны европейского, у американцев есть Америка. Да? Они не обязаны, никто из их лидеров не подписывался делать процветающую Молдову, как об этом день и ночь трезвонят наши правительственные телеканалы. На все помогут, на всех поддержат, на так далее, и так далее. Почему мы же оказались при партнерах по развитию в такой ситуации через 25 лет независимости, да? Никто не может дать ответа. Я как-то спросил премьера Брагиша в конце 90-х годов. Они были вместе на пресс-конференции с министром Международного валютного фонда. И уже понятно было, что за 7 лет сотрудничества с Международным валютным фондом пенсию у нас выдают галошами и полный развал. Да? Я спросил, господин Брагиш, в чем дело? Они плохие учителя или мы плохие ученики? На что они, конечно, помялись и сказали, наверное, на нас обоих есть вина. Вот еще прошло 17 лет. Да. И опять же, этот вопрос надо задавать. А что случилось? А почему? Вот поиск ответа продолжим буквально через несколько минут. Прервемся на рекламу. Единственное, что скажу, вот у Бернарда Шоу есть такое выражение. Кто знает, тот делает. Кто не знает, тот учит, как надо делать. А кто не умеет делать ни того, ни другого, тот учит, как надо учить. Это так. Буквально через несколько минут вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Мы вновь в студии программы «Персональный акцент». У нас в гостях глава представительства агентства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий. Ну, в завершении темы, которой мы посвятили практически первую часть нашей встречи, тема Приднестровья, приднестровского регулирования, уже не секрет ни для кого, а особенно для тех, кто активно интересуется этой темой в молдавской печати, ни для кого не секрет, что вот бывший лидер Приднестровского региона Евгений Шевчук сегодня в эти дни находится в Кишиневе. Одно время говорил, что там возбудили уголовное дело, он каким-то образом пересек Днестр, оказался в Кишиневе, видимо, так сказать, избегает репрессий в отношении себя. Вот на твой взгляд, что все-таки происходит? Это реально какое-то уголовное дело? Или это выдавливание конкурента из региона? Или, возможно, сведение счетов? То, что Шевчук оказался в Кишиневе и находится здесь, говорит только еще, я раз подчеркиваю, то, о чем мы говорили до рекламной паузы. О том, что Приднестровская проблема
вполне решаемо. Mm-hmm. Да, и конфликта не существует между элитами даже. Ну, такой беспрецедентный, в принципе. Элиты даже умеют договариваться, когда нужно. Да? Вот, когда дело касалось судьбы жителей левого и правого берега Днестра, вот как-то лидеры не могли договориться. Филат встречался с Шевчуком, не могли. А тут вот взяли и договорились. Да? Mm-hmm. Как так получается? Хороший пример, когда дело касается их. Безусловно, есть и Евгений Шевчук переехал в Молдавию, то, безусловно, это кому-то нужно, скажем так. Я думаю, что это нужно и тем, кто сегодня контролирует власть на левом берегу, и в какой-то мере нужно тем, кто контролирует власть на правом берегу. Я даже думаю, что многие заинтересованы, чтобы он дальше куда-нибудь не поехал. Вот. Поэтому я думаю, что он будет находиться здесь. В принципе, у него довольно-таки комфортные условия. Почему бы и нет? Ну, будем надеяться, что двусмысленности. А почему он уехал? Нет. Я думаю, что если бы там было большое желание его посадить в тюрьму, я думаю, что они бы это сделали, но я думаю, что там особого желания его посадить в тюрьму не было. Я думаю, что те, кто сегодня контролирует власть в Приднестровье, были заинтересованы в том, чтобы... Во-первых, Шевчук вернулся в политику, начал возвращаться в политику. У него там открылся свой информационный ресурс, да. Я думаю, что, может быть, действительно это кого-то уже как бы не устраивало, когда он начал там как бы заниматься политической деятельностью. Вот, вот его предшественник Игорь Смирнов, да, вот как-то... Ну, как говорят в простонародье, залег под корягой и где-то года три оттуда не вылазил. А потом вылез, когда понял, что ситуация поменялась, его начали приветствовать на рынках, о нем начали с ностальгией вспоминать. Может быть, Шевчук рано вылез из-под коряги, понимаете, очень рано. Может быть, надо было подождать, потому что ситуация, как и в Молдавии, как и в Приднестровье, движется, у нас, к сожалению, не в лучшую сторону, да, и... Всякий раз, вот и у нас в Молдове, да, мы уже, у нас же с ностальгией вспоминает о правлении Владимира Николаевича Воронина, да, говорит, вы помните, при Вороне первый срок, было совсем неплохо, вот сейчас при этих, там, последние 7 лет вообще, ну, так же, как Шевчука когда-то избрали, а Смирно, помните, 70% за него проголосовало, а потом через года 2-3 начали люди уже, многие, ностальгировать по Смирнову, Шевчук мог дождаться, когда начали бы ностальгировать по нему. Ситуация могла так развиваться. Сейчас ситуация вокруг Приднестровья очень непростая экономическая. Это связано и с кризисом, общим кризисом, и с, вот, с обстановкой вокруг Приднестровья. Поэтому вот здесь, вот, скорее всего, такой больше расчет. Я думаю, что, говорю, что и эта ситуация, когда он в Кишиневе устраивает и тех, кто контролирует власть в Тирасполе, и тех, кто контролирует власть в Кишиневе. Вопрос, до каких пор будет это все устраивать? Да, ну, я думаю, что этот ответ интересен, наверное, и самому Евгению Шевчуку. В большей мере, чем нам с вами. Да. Ну вот в нашей студии побывало много самых разных гостей, в том числе были представители, так сказать, российской политики. В одной из таких встреч прозвучало такое четкое определение, что вот для постороннего взгляда, изучающего политическую ситуацию и положение вещей в Республике Молдова, все больше и четче становится ясно, что сегодняшняя власть, так сказать, динамично преследует и целенаправленно преследует, в общем-то, одну и ту же цель. А именно, так сказать, крах или уничтожение собственной страны. То есть власть сегодняшняя заинтересована в крахе и ликвидации Молдовы. Но это взгляд постороннего человека, не гражданина Молдовы, но довольно активно занимающегося политикой, политическими исследованиями, историей. И отслеживая те или иные процессы, проводя какие-то параллели, он видит, что, в общем-то, создаются предпосылки для того, чтобы в один момент вдруг мы оказались, ну, так сказать, у разбитого корыта. Я имею в виду тех, кто любит свою страну, хочет и желает ей процветания, и себе тоже, и своей семье, и своим близким, но в то же время вынужден выживать в той экономической ситуации, в которой сегодня мы находимся. И вот, так сказать, анализируя все, что происходит в сегодняшней Молдове, уже мы убеждены в том, что сегодняшняя власть – это власть, так сказать, будущего краха Молдовы. Вот насколько спорно, на ваш взгляд, такое утверждение? Ну, есть такая хорошая песня в комедии Гайдая «На лицо ужасные, добрые внутри, что бы они ни делали, не идут дела». В видно, понедельник. В понедельник. Им бы понедельники взять меня. Действительно, это очень хорошо просматривается в нынешней переписке между господином Гимпо и господином Лянко. Да?
господин Гимпу по очереди пишет письма то Богу, то прокурору, то Лянка. Вот. Лянка ему отвечает. Вот. И если бы не было вот этой переписки, если не было бы милой свары между участниками нашей коалиции, если бы большая часть тех, кто нами управляли 77 последние лет, не оказались в тюрьме, может быть, мы и не узнали о всех злоупотреблениях. Но благодаря этому, благодаря этой сваре, благодаря тому, что существуют разные СМИ, мы об этом знаем. Дело в том, что обвинять наших политиков в чем-то, ну, просто рука не поднимается по той простой причине. Они стараются для себя, они очень хорошо стараются. Они понимают, что, как это в той же песне, да, у кавалергарда век недолог. Год, два, три, надо быстро сделать состояние, при этом обеспечить лидера партии, при этом обеспечить тех, кто тебя, так сказать, назначил, кто тебя обеспечивает, невмешательство и так далее. То есть у всех вот такая задача. А оттуда говорить сегодня с любым из государственных чиновников о перспективах Молдовы хотя бы на лет 5-10 вперед, это смешно. Он просто скажет вам, подождите, назовите мне министра, который просидел 10 лет. Какие перспективы? Раньше, помните, были съезды партии, 5 лет, 10 лет, там назначались программы и так далее, и так далее. То есть под это выделялись финансы, дела, устремления и так далее. Сейчас программа одна. Наша партия отхватила столько-то мест, получилось столько министерских портфелей, проведен был тендер, портфели были распределены, естественно, понимаете, справедливым образом. Самым справедливым на свете образом. Прайсы ходят в определенных кругах. Вот. Надо эти деньги каким-то образом вернуть и себе, и тем людям, которые обеспечили и так далее. И об этом не скрывает никто, понимаете. Смотрите, нашу прессу почитаешь, там обыкновенный обыватель, он сидит вечером у камина, попыхивая сигарой, читает. Прайс прокурора там столько-то, прайс это столько-то. Это публикует наша пресса, понимаете? И трудно, когда один раз опубликовали, второй раз, третий, четвертый раз, ну, начинаешь уже сидеть и думать. И самое интересное, знаете что? Попробуйте в советское время напишите, что прокурор взял, пост прокурора был куплен, там, или пост там, министра был куплен. Расформируют всю прокуратуру. Нет, я думаю, что на второй день или автор был бы у прокурора, или у прокурора был сам прокурор, да? Или в ЦК был сам прокурор. А сейчас вы можете писать сколько угодно и сколько угодно. У вас есть желание писать, пишите. Это только вызывает это самое, зависть и желание у людей туда попасть. Знаете, вот как в этом анекдоте, говорит, очень хочу быть депутатом. А в чем дело? Говорит, там коррупция и все прочее. Вы хотите с ним бороться, вы что, с ума сошли? Я хочу этим заниматься. Вот и вот сейчас есть очень большое желание. Я вижу молодых людей, вот целое поколение есть, да, которые приходят и говорят, как можно попасть в парламент, как можно попасть в правительство, а зачем? Ты готов, ты чувствуешь на себя ответственность взять управление, там, строить дороги или чем-то заниматься. Вот. Нет, там же можно буквально там, вот я знаю друга, он туда устроился, там, он буквально там за какие-то считанные месяцы заработал на Бентли. Я говорю, вот я представляю, да, вот прошел бы к Иосифу Виссарионовичу Сталину когда-то, да, можно сколько угодно ругать Сталину, но если к нему пришел бы молодой комиссар и сказал, что там Косыгин, Ванников или Устинов, которые когда-то спасли Советский Союз от поражения Гитлера, да, перевезли всю экономику, сталинские наркомы, потом и человека вывезли в космос и построили ракетный одержит, пришли и сказали бы, что у них есть мечта за 2 месяца заработать себе на Бентли, я думаю, что они бы добывали руду где-нибудь. А у нас, как бы, такая установка общества, знаете, вот, человек хочет иметь Бентли, человек хочет иметь машину за 1 000 000 долларов, личный самолет. Почему бы и нет? Но ведь мы так много боролись за свободу. Так. Вот такое поведение человеческое, вот такая мотивация человеческого развития. Это что, это производное от слова свобода? Или, может быть, это уже, наверное, Станислав, вам любой молодой человек сейчас ответит, а что в этом плохого, чтобы человек имел личный самолет, виллу и все такое прочее? Вот, вопрос как? Нет, вопрос другой. Вы согласны, что при этом все остальные, там 90%, да, жили в нищете, торговали детьми, органами, вот, не имели возможности где-то устроиться, работать и так далее? Он скажет, а мне наплевать на это. И скажет, и с точки зрения своей личной будет абсолютно прав. С точки зрения личного своего эго, да, что я вот хочу иметь, а мне на остальных наплевать. Только не понимает одной простой вещи. Невозможно все это иметь и жить в такой стране, где вот такой нарыв будет существовать в любой момент, который может взорваться. Понимаете? Вот. Я не понимаю людей, которые украли на строительстве дорог, купили себе Бентли, а потом едут по этим разбитым дорогам, ухабам, выпучив глаза.
Это какая-то шизофрения, понимаете? Вот, вот у нас, если посмотреть, допустим, у нас же великолепные дома есть, люди ездят на хороших машинах. Да, и ценник у этих домов полмиллиона евро. Но при этом у нас есть абсолютно разбитая инфраструктура, от которой стыдно, да, любой нормальный человек приедет и скажет, у вас нет государства, потому что у вас разбитые дороги, у вас разрушенные сети, у вас там то, это. Но мы же поэтому по этой линии шли, когда была первая сделка осуществлена, да, у вас есть молдавская ГРЭС, у вас есть тот, кто производит электроэнергию, у вас есть покупатель, есть тот, кто покупает электроэнергию. Скажите, пожалуйста, зачем вам нужен посредник между ними? Ясно зачем. Урегулировать вопрос. Урегулировать вопрос. Вот поэтому вот мы и пошли по этому пути, понимаете? Вот и сегодня мы говорим, мы не хотим заниматься собственной страной. А нет просто хозяина. Я далек от мысли, что люди, которые в правительстве, мечтают угробить Молдову. В конце концов, они что думают, что не в Румынии, или в России, или в Украине? Мне ко мне подошел однажды Михай Гимпл в парламенте с депутатом ГУМа и сказали, а вот в вашей России знаете, как воруют? Я сказал, знаю, намного больше, чем у нас в Молдове. По-моему, они расстроились. Ну, только вам туда, знаете, у вас Молдова есть, да? Да? А в России у вас воровать не получится. Вот только разве что здесь, да? По-моему, они очень расстроились. Вот. Ну, да, в России воруют, и в Евросоюзе воруют, и в Америке воруют. Везде воруют. Но все соотносится, как говорил Жеглов, да, не тем, что воруют, а тем, как государство умеет с этим бороться. Вот. Если в какой-то стране начинает бороться с коррупцией, это уже неплохо. Вот мы так неожиданно подвели такой знак равенства, смотрите, между коррупцией и между, например, таким понятием, как патриотизм, основанный на изучении собственной истории. То есть я почему? Вот мы говорили с вами, ну, приводил пример вот посла Румынии, который говорил, что комментирует, так сказать, инициативу Игоря Дадона относительно того, что молдавская молодежь должна изучать молдавскую историю. И, в общем-то, реакции со стороны властей никакой не последовало о том, что да, действительно, давайте перепишем учебники, выделим какие-то деньги. Тем более, особенно-то, в общем-то, выделять ничего не надо. Уже все написано, надо просто их еще раз переиздать, эти учебники, и, так сказать, предложить детям возможность изучать настоящую историю своей страны. И вот получается, что кто-то очень сильно заинтересован, чтобы мы утопали в этих коррупционных проблемах, в своих проблемах житейских, так сказать, сводим концы с концами. Чтобы на выборах мы были разделены между проевропейцами, обсуждали, кто сколько украл, русскими или румынами, молдаванами или гагаузами там, и так далее, и так далее. Но это нормальная схема, ради бога. Всегда так действовали люди. Но, может быть, нас просто поделить хотя бы по одному признаку. Не надо так разрывать нас на мелкие кусочки. Потому что мы, честно говоря, вот таким образом начинаем чувствовать, что мы практически уже не государство. Я только одно знаю, что как любой нормальный человек, да, он знает только то одно, что он ничего не знает. Вот чем больше я, как бы, мне интересна история, чем больше я читаю, я понимаю, что действительно укладывать в это покрустово ложе нашу историю, нашу идеологию, наше все это глупо. Молдова всегда была местом встречи всех культур. И говорить сегодня здесь, что кто мы, румыны, молдаване, и так далее, это глупо. Это глупо и смешно. На этом очень сложно будет выстроить что-нибудь. Мы полиэтничная страна. У нас здесь было столько много интересного в истории, что мы себе и представить не можем. Вот. Ну, просто наши политики пытаются все и уложить в какое-то прокрустово ложе, да, погнали наших городских. Вот, есть мы и есть они, вот с ними надо бороться. Ну, это примитивизм. Ну, вот, к сожалению, примитивизм, ну, вот, допустим, на уровне Михая Гимпу, да, там, или там других людей, которые там делают политику в этом. Вот, да, вот, написал письмо Богу, написал письмо прокурору и обвинил русских. Ну, с буревистой общался, что... Стандартный набор. Во всем виноваты русские. Сейчас, вот, допустим, это очень ярко проглядывается на соседней Украине. С этим ничего не построишь. Это смешно. С этим ничего не выстроишь. С этим разрушать можно, а выстроить ничего нельзя. Ну вот этот тезис, во всем виноваты русские, сегодня, мне кажется, в мире набирают или обороты. Или румыны, или американцы, понимаете? Вот когда мне русские тоже говорят, да? А вот американцы, я говорю, слушайте, а с чего вы решили, что американцы вам должны желать процветания, должны поднимать вашу страну и так далее? Советский Союз ведь развалили не американцы, это сделали собственными руками те, кто управлял страной в Москве. И сегодня жаловаться, когда мне начинают жаловаться, а вы знаете, это планы, да, я говорю, слушайте, были бы вы нормальной страной, да, и занимались бы своей страной, а не дурью, как в 90-е годы, никто бы вас не разрушил, да. У вас была нормальная, сильная, процветающая страна, которой бы тянулась молодежь, которой бы тянулись люди и так далее. То же самое у нас, понимаете.
Чего мы должны думать, что Меркель, Путин, Трамп должны думать о нас? О нас должны думать те, кого мы выбираем. Вот если они о нас не думают, их надо перевыбирать. Вот и все. И не пускать во власть. А у нас, как смотришь, парламент у нас особо, Стас, не менялся. Сначала с 90-х годов. Одни и те же лица. Просто меняется партия, меняется это самое. И я не думаю, что что-то изменится из-за того, что сменится система на мажоритарную, там, партийную и так далее. Это как вот в этой истории с ножом. Да? Нож в руках хирурга вас вылечит, нож в руках повара вас накормит, а нож в руках бандита вас зарежет. Смотри, какие руки попадет система. Все системы хороши, главное, какие руки не попадают. И какой уровень тех людей, которые мышление, понимание. Если люди, конечно, хотят что-то здесь украсть и уехать за границу, я их тоже понимаю. А что здесь строить? Что-то, когда можно уже там все готово и построено. И так многие пишут в сетях, да, когда начинаешь там говорить, допустим, пошутишь, что в конце концов, а вы знаете, вот там хорошо жить. Ну а кто тебе мешает уехать туда? Или человек остается и засучит рукава и будет здесь мучиться и что-то попытается сделать на родине? Честь ему хвала за это. Если не хочет, его же никто не держит, он может уехать. В конце концов, я когда политиков задают вопрос, ребят, а можете вы мне объяснить, почему вот нужно объединить Молдову с Румынией там, или с Россией, или с Украины, или так далее, и так далее. Зачем всех туда тянуть? Ну, тебе нравится, сейчас можно свободно уехать, пожить в Румынии, пожить в России, пожить на Украине, пожить в Америке, в Канаде, где угодно. Зачем всех заставлять? Вот нет у нас такое европейское будущее, больше никакого. А мы что, в Африке живем, что ли? Почему нет? Просто речь идет, когда это подменяется этой восточной программой, абсолютно провальной, которую нас затеснули, создали кучу проблем и нам, и украинцам, и грузинам. Слава богу, вот эти вот ребята взяли, белорусы, азербайджанцы, армяне, сказали, не пойдем мы туда. Ну и правильно сделали, и слава богу. И получили, получают все то же, что и мы, только сохранив свои интересы. Да, понимаю. Но вот сегодня я хотел задать вопрос относительно вот этого ножа в тех или иных руках. Как сделать так, чтобы нож оказался в правильных руках? И я понимаю, что, в принципе, ответ очевиден. Ведь, опять же, демократические выборы. Надо проголосовать за человека или за группу людей, если система будет изменена, допустим, на смешанную, там, и голосуем за партию, и за регионального лидера. Но в любом случае голосуем, выбираем. И мы своим выбором, так сказать, определяем свои будущие 4 года жизни, как минимум, если не там, не больше. Вот в этой ситуации, мне кажется, как раз момент истины скрывается. Почему? Ведь, ну, как бы, а судьи кто? А выборщик кто сегодня? На сегодняшний день портрет среднестатистического избирателя кардинально отличается от человека, например, ну, не знаю, начала 90-х, может быть. Если так провести такую параллель, что, например, житель Кишинева 92-93 года Розлива, ну, имеется в виду совершеннолетний, он голосовал бы совершенно бы иначе, возможно бы. Ну, трудно предположить, знаете, у истории нет сослагательного наклонения. А сегодня я понимаю, что портрет избирателя, он настолько заземлен. Почему? Потому что это очень низкий уровень образования. Я сужу даже по моим коллегам, которые только заканчивают журфаки, приходят, и я понимаю, что это пустой бидончик, который 20, надо наполнить. 20 университетов в стране, можешь себе представить? 20 университетов? Ну, это пустышки. Это никакого высшего образования не дают. Даже еще при той системе, что у нас, так сказать, нужно 3 года лицензиата, потом еще там мастера. Зачем маленькой стране 20 университетов? Объясните мне. Я никак не понимаю. Для кого мы куем кадры? Мы, кстати, вкладываем в это. Мы людей растим, школа, садик, так далее, так далее. И в результате человек заканчивает университет и уезжает работать официантом в Москву или в Бухарест. Смысл? Для того, чтобы кто-то набил карманы в этих университетах? Ни более, ни менее. Ну, бедные несчастные гастарбайтеры за это платят, за этот контракт. Почему? Потому что они не хотят, чтобы их ребенок повторил их судьбу. Я их понимаю. Это великое чувство молдавского народа любить своих детей. Но в итоге это все равно повторить, если останется все так же. Ну, оно будет повторяться. Это просто отсрочка. Мы платят за отсрочку социального, не знаю, социальной гибели своего ребенка. Ты знаешь, потому что что дальше делать? Ходят какие-то упорные слухи, да, вот я не знаю, верить им или нет, потому что вот какая-то непонятная ситуация вокруг нашей переписи, да. Но ходят упорные слухи, что почему не захотели публиковать перепись, что в принципе в Молдове это осталось 1 800 000, что ли, или около 2 миллионов.
если это сегодня опубликовать и сказать, что вот знаете, у нас вот столько мало осталось, то есть это катастрофа. За 25 лет независимости половина, страна лишилась половины населения. А это при том же, про тех, кого Гимп называет советскими оккупантами, она выросла вдвое, и в экономике выросла, и рождаемость была большая. А сейчас у нас и рождаемости нет, и народ бежит, и так далее, от хорошей жизни. Тем не менее, нас убеждают, что во всем виноваты оккупанты. Но бог с ними, с оккупантами. Так вот, и спрашивается, если у нас 1,8 или 2 миллиона избирателей, как же у нас получается на выборах-то 1 миллион 600 тысяч голосует? Это как? Это с детьми? Вот от этих 2 миллионов даже еще отнять, допустим, детей, которые несовершеннолетние, это тоже где-то процентов 20 и так далее. Тогда у нас получается 99% явка, как при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Вот, опять же вопросы, да, как у нас делаются выборы? Что это происходит? Алло, партнеры по развитию. Молчат. Кто нас учил? Кто нас учил доступа? Да, кто нас учил демократии, свободе, народовластию и так далее. В принципе, для меня это не секрет. Я видел, что делали с выборами в России в 2006 году, когда нужно было, чтобы Ельцин, который сдавал все и как бы был приятен для Запада, ну, сфальсифицировали же выборы. 6% рейтингу он выиграл выборы. И все было сделано, и ясно, что сделано не за счет иностранных, там это все враки и глупости, что американцы, они сидели там, пили делили деньги в штабах. А выборы фактически Ельцина все великолепно знают, это об этом пишет и Коржаков, и многие-многие серьезные российские политики. Сделали губернатора, им всем набросили вот эту вот систему, да, и все проголосовали как надо, и все нормально, и принесли эти липовые голоса, а потом Рябов, который был у нас послом, сказал, я их сжег, иначе если бы я их не сжег, была бы гражданская война в России. И Запад на это смотрел нормально и сказал, ну, не было никакого народовластия. То же самое и у нас сегодня будет. Я сегодня не вижу другой ситуации. Даже будет ездить господин Плохотнюк в Америку, не будет ездить. А кого американцам здесь поддерживать? В противном случае к власти приходит партия социалистов и Дадон. Им это нужно, им это не нужно. Это полный провал восточного партнерства, всех этих затей, которые они здесь вот натворили, намутили. Значит, нужно поддерживать, нужно вот эту власть поддержать любой ценой. И они не поддержат, никуда не денутся. И господин Плохотнюк, вы знаете, демократ это знает великолепно. Другого шанса нет. Они будут делать все для того, чтобы сохранить вот эту золотую акцию, золотой пакет в их руках, в ловких и натруженных руках, как говорят. Ну и, как бы, знаете, вот это будет. Это, к сожалению, скорее всего, так и будет. Ну что делать с этим? Это ведь мы с вами не в силах изменить. Это в силах изменить молдавский народ. Если он вдруг начнет себе задавать простые вопросы. А почему за 25 лет не получилось? А почему вот это, а почему то? И кого надо наказать? А почему господин Шевчук приехал в Кишинев, да, а нас кричат, что сепаратизм это плохо. Вот. А почему электроэнергию мы там закупаем, а нам говорят, что мы боремся с сепаратизмом. Просто надо почаще себе давать на нормальные вопросы. А не кидаться друг на друга в социальных сетях, кто когда прибыл, кто когда пришел, не пришел и так далее. Валерий, спасибо за разговор. Нет, да, будем с удовольствием ждать в наших студиях и обязательно договорим, что не успели договорить. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго.